dvhub.ru. Мы вам рассказывали, что реализация пиротехнических изделий разрешается в киосках торговых павильонов. Вы считаете, что вот это киоск? Нам сказали, что можно в таком. Что нет? Они не соблюдаются, во-первых. Во-вторых, киоск должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения. Есть? Вот это, да. Слушай, да. Вот эти, которые должны приехать? Да, это сейчас должны приехать, там пожарить. Вот, так вы уже торгуете, а не пишите или нет? Тебе посему просрочим у вас 3 месяца 2010 перезарядить или поменять, купить новое. Хорошо, за сегодня купим. Значит, либо навес побольше делать. Потому чтобы солнце не попадало, чтобы не попадало, не было возможности на них попадания прямых солнечных лучей и осадков.